Вначале я познакомила всех вообще с таким понятием, как векторное изображение, в котором и векторная программа, в которой мы рисуем, с основными инструментами была проведена презентация, чтобы люди понимали, что хотя бы и как делать. Вот. И дальше мы создали картинку «Зимний пейзаж». В процессе учащиеся познакомились со всеми инструментами основными, попробовали в них поработать, пощупали, так сказать, хорошо освоили, и с помощью этого мы и создали картинку.